Лосиха. Эх, побежали. Блин, метров 100 на них, даже меньше, наверное, было. Чё, ворон? Только вода булькает, да? Вот и правая нога. Ох. Ладно, это еще не все. Еще должно быть где-то кто-то, что-то. Что? Всем привет. В лесу мы с вороном. Видели сейчас козликов, наверное. Десятка-полтора на поле на одном. Но лебедь к нам ближе сидел. Взлетел, их напугал. Ну и по воде мы потом начали выезжать. В общем, всех разогнали метров, наверное, за 300. Самые ближние были. Сейчас попробую выйти на поле. Там сдалека вроде кто-то тоже оказался. Есть. Сезон открыли, в общем. В общем, козликов мы напугали. Козочка где-то рядом была, где коня привязал. И кто на поле был, тоже убежал, кого я видел. Может, дальше есть, сейчас выйду, погляжу. Привязал коня там. А нет, козлик не нас смотрит, я думал, нас смотрит уже. Он там свои дела какие-то делает. Ну, это сейчас убежит, скорее всего, что ворон у меня на открытом. А с другой стороны, сзади меня еще должны ходить. Я сейчас выйду, тех погляжу. Да, этих тоже далеко. 4 штуки наблюдаю. Открытая поляна до них. Подходить не буду, пробовать, скорее всего. Сигалетки прошлогодние с мамкой. Нас интересуют рогатые. Они красивее. Ну что, этот, как я и говорил, увидел ворона, увидел меня, наверное. Притворился веточками, стоит. Не шевелится. Ну, рожки там несерьезные. Так, ладно, время тратить не будем. Поедем с вороном дальше тогда. Да, ворон? Козлики носятся по воде. Вот так вот тут. Что это, ворон, такое? Собака гончая. Это передумала. Жрать-то охота, видимо, побежит дальше все. Здесь зверя больше не будет. Впереди опять не видно ничего, дисплей отсвечивает.
белая задница косули. Вот где-то вот между березок, наверное. Ветер от него дует, и от нее. Ой, дойду, попробую поближе. Ну, вроде без рогов козочка. Одна почему-то. Снимаю козочку, там он вось. А за ним еще два. Главное, чтобы ворон у меня сейчас за ними не побежал. Куда-то торопится. Лосята не проскочили вроде еще. Попробую, в общем, вперед пробежать. Может, набегут. Лосиха, в общем, пробежала. Да, где-то лосята тут бегут. Где-то пропали. Вода булькала, все слышно было.
До козлика метров 70, наверное. Даже, наверное, меньше. Труть стой! Вот так вот тут. Пошел такой потихонечку. Пошел.